Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. 41-летний Сергей Бурунов довольно долго шел к популярности. Закончил Щукинское училище он по собственному признанию. Оказался никому не нужным. После нескольких месяцев творческих скитания артист стал озвучивать в фильме. И на этом поприще обрел приличную популярность. Сейчас звезда сериала «Полицейский с Рублевки» признается, что всегда завидовал голливудским актерам, имеющим доступ к невероятно фактурным ролям. Конечно, актерам озвучки платят просто унизительно маленькие деньги. Этого хватает, чтобы жить, но прямо впритык. Я постоянно завидую западным коллегам, но не их деньгам, а тому материалу, который им предлагают, тем сценариям, что есть в Голливуде. Нам до этого уровня еще идти и идти, признался Сергей во время интервью для YouTube-канала «Вдудь». На протяжении всего жизненного пути Бурунова поддерживала любимой мамы. Женщина всегда была рядом, старалась дать мудрый совет и направить сына в правильное русло. Именно поэтому, когда женщине поставили страшный диагноз, для Сергея это стало ужасным ударом. Мамы не стало в 2010 году, у нее был рак поджелудочной железы. Когда мы узнали диагноз, я сразу